Итак, приветствую вас, дорогие подписчики Бакуган Planet. Сегодня у нас на обзор, я уверен, вы ждали этого Бакугана, это Darkus Webum. Конечно, он не оригинальной стихии, но все же это Бакуган-паук. Поэтому давайте же немедленно посмотрим его. Упаковка ничем не примечательна, кроме, конечно, рисунка паука. Первый уровень сложности сборки. Давайте сразу перейдем к делу. Итак, внутри нас встречает буклет с инструкцией к игре, с правилами игры, и также список бакуганов. Кстати, эти бакуганы тоже должны появиться, ребят, новая волна. Это просто прекрасно. Вот, и как видите, этап сборки. Далее, это, конечно, бакукорчики. В комплекте у нас тут два бакукора. Это ДНК и щит обычный. Минус 200 би, минус 2 ударных силы и плюс 200 би. Так, давайте дальше посмотрим карточки. Итак, открывается, конечно, достаточно тяжело. Из-за скотча. Кстати говоря, давно у нас не было полной распаковки абсолютно нового Бакугана. Итак, в комплекте 3 карты персонажа, 400 би, 3 ударных силы. Кстати, довольно круто выглядит Бакуган. И также карты способностей. Потеря бдительности стоит 2 энергии. Выбери игрока, который сбросит карту, и ты можешь катить Бакуган еще раз. Кстати, довольно крутая способность. Что ж, вот такие карточки у нас. Теперь перейдем к самому Бакугану. Я уже немного заспойлерил его внешний вид, но все-таки хочу вам показать Вебума в закрытом состоянии. Внешне у него очень крутой дизайн, как будто вот это лицо какое-то, а здесь зубы вот так вот видны. Но это, конечно же, лапы его. Очень круто выглядит, вот так вот мордочка торчит. Раскраска тоже крутая. Мне прям очень нравится этот Бакуган. Я давно себе его хотел, еще когда показали слитые фотографии. Давайте посмотрим, как он открывается. А вот он, Вебум в раскрытом состоянии. Он очень напоминает паука. Раньше тоже были пауки-бакуганы, но этот выглядит гораздо правдоподобней. У него сразу видны 4 лапы с каждой стороны, глаза в количестве 8. Вот задний такой корпус в виде брюха и передняя часть. Складывается пополам, вот так, ноги внутрь. 400 би. Очень стильно выглядит этот Бакуган. Всем советую его. Также я видел, продается стихия Вентус. Кстати говоря, в детском мире сейчас акция, и я его урвал всего за 700 рублей вместе со скидочной картой. Так что успейте. Ну а на этом мы, пожалуй, будем заканчивать, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых обзоров и обязательно пишите, на каких бакуганах мне снять обзоры еще. С вами был Бакуган Planet. Всем удачи и всем пока.